Ребятки, всех приветствую на своем канале ICO стартапов и криптовалют. И в сегодняшнем видео хочу познакомиться с таким проектом под названием Transcodium. Официальный сайт данного проекта находится перед вами. Теперь давайте обсудим, чем же занимается данный проект, а также поговорим о его ключевых преимуществах. Итак, давайте начнем. Transcodium у нас является децентрализованной пилинговой платформой, которая редактирует, конвертирует и передает мультимедийные файлы с высоким качеством и высокой вычислительной мощностью. Проект предоставляет API, консольные графические приложения, для клиентов, для того, чтобы помочь им в быстром перекодировании. Проект создает глобальный рынок для участников, которые хотят сдать в аренду свое ненужное оборудование для использования в качестве рабочих станций. Когда обработка заканчивается, рабочая станция вознаграждается токенами, которые можно обменять на криптовалюту, либо же продать другим участникам платформы, которым нужны эти токены для использования. Алгоритм, разработанный Transcodium, позволяет конвертировать медиафайлы с удивительно высокой скоростью, разбивая большие медиафайлы на очень мелкие куски, которые после этого будут зашифрованы, сжаты и отправлены рабочим станциям для обработки. Из-за маленького веса каждого куска данные задачи будут передаваться и обрабатываться с очень высокой скоростью. Клиенты либо же инициаторы имеют три варианта интерфейса для процесса преобразования. Это у нас первый интерфейс API, который поможет разработчикам интегрироваться в свои проекты либо программы. Также интерфейс командной строки будет для базовой функциональности, а также расширенное приложение для редактирования медиа-студии для сложных медиа-необходимостей редактирования. Немножко поговорим о преимуществах проекта. Во-первых, у нас блокчейн и децентрализованная технология позволяют представить более дешевую и надежную альтернативу перекодированию облака. Также у нас из-за неограниченной вычислительной мощности файлы будут транскодироваться с очень высокой скоростью, исключая длинные очереди и время ожидания. Также следующее преимущество: один запрос на перекодирование будет обрабатываться несколькими узлами и рабочими, поэтому отключение одного узла либо рабочего не повлияет на время либо же эффективность. Transcodium у нас входит мобильный кошелек и приложение для майнинга, встроенное в приложение биржа, мультибумажник, кредитование токенами TNS рабочих станций, консоль API и редактор изображений, а также сверхбыстрая конвертация. Давайте немножко поговорим теперь о самом токене. Токен представляет собой вычислительную мощность, которая используется для конвертации файла. Все непроданные токены будут сожжены, либо же уничтожены. Выпуск новых токенов проводиться не будет. Токены, зарезервированные для членов команды, будут заблокированы до 3 месяцев после основной продажи токенов. Кроме того, члены команды получают только 25% своих токенов каждые 3 месяца. Также теперь поговорим о самом токене. Сокращенное название — токен TNS. Стандарт токена ярко 20. Общее количество у нас 120 миллионов. На продажу выделяется 86 миллионов 400 тысяч токенов TNS. Валюта, которая у нас принимается, это эфириум, биткоин, лайткоин и биткоин кэш. Также у нас токен сейл у нас уже идет. Минимальный софткап у нас является 500 тысяч долларов, хардкап составляет 30 миллионов долларов. За один биткоин вы сможете приобрести у нас 24 467 токенов TNS. За один эфириум 420 токенов, за один лайткоин 356 токенов TNS. Как мы можем видеть, в данный момент уже идет у нас токен сейл, уже у нас присутствует 20% скидочка, токен сейл закончится через 13 дней, а у вас есть возможность принять участие в токен сейле и получается получить свои токены TNS. Ну, помните все ваши инвестиции на ваш собственный страх и риск. Также хочу напомнить, что на проекте присутствует техническая документация, так называемый white paper, в котором у нас полностью описывается данный проект, его ключевые преимущества, продукт, детали roadmap, так называемая дорожная карта проекта, знакомство с командой и многие другие вопросы, которые можете здесь найти ответ. Ссылочка также будет в описании. Также данный проект имеет свою веточку на форуме Bitcoin Talk. Это официальная веточка, здесь вы можете зайти и ознакомиться также вкратце с данным проектом, а также почитать отзывы пользователей относительно данной платформы. Также у вас есть возможность принять участие в баунти компании данного проекта и получить токены TNS. Баунти компания у нас представлена такими видами баунти: компания переводов, компания по созданию контента, компания Reddit, Twitter компания, Facebook компания, подписная компания и резерв для будущей награды. В принципе, обширный список баунти, с которых вы можете выбрать баунти по душе и получить свои токены TNS. Что сказать, в итоге проект довольно-таки интересный, очень много нового, как бы вносит в свою сферу деятельности. Ну, посмотрим, как бы что они соберут уже до конца, и там уже будем следить за дальнейшим развитием проекта. В принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.